Привет, друзья, вот мы купили вот рыбный титульчик. Сейчас мы его откроем. Мы его достанем. У нас тут такой тяжеленький. У нас, по идее, сейчас эти. Ну, как у обычных мультитурах, работать обязательно этот чакра. Вот так вот. У него такие плоскогубчики. Карабинчик обязательно. И вот мы сейчас его сложим и достанем первый инструмент. У нас это первый инструмент, ножичек. Его попробуем достать как-то. Так, осторожно, руки там не повреди. А что не достается? Не знаю. Давай я посмотрю. Сейчас. Так, вот такая вот упаковочка идет. Кольцо вот здесь есть. Видимо, вешать на ключи. Здесь у нас, значит, плоскогубцы, отвертка, ножик, пила и открывашка. Здесь у нас все тут написано, что здесь надо будет потом перевести. Здесь вот designed in the UK, made in China. Guarantee at Tritility.com. Где-то на сайте зайти, наверное, гарантию надо посмотреть. Короче, помоги я сказать. Так, ну давай, ну подержи тогда, на. Так, значит, вот так вот он. Видно хорошо? Да. Так. Вот, видишь, здесь специальный прорез, как бы для ногтика. Засовываешь сюда ноготь и тянешь. А, так это пила. Вот, и вот есть небольшая пила. Все, дай мне. Ну, не знаю, такая она какая-то не сильно острая. Может, так и должно, конечно, быть, я не знаю. Подожди, давай дальше, сейчас другой достану. Я достану. Давай, сейчас закрываем. Да, я достаю сейчас. А здесь, а, видите, фиксатора нет. Плохо, конечно. Ну ничего. Так. А вот ножик. О, ножик, в принципе, ну такой себе. Надо точить. Надо будет чуть подзаточить, да? Да. Не, ну в принципе он острый, для тебя нормально, чтоб руки не порезал. Так, тихо. Закрыть. Да, я покажу, как закрывать, чтобы руки не порезал. Осторожно, ребята, закрывайте. Смотри, то есть ты берешь вот так и пытаешься закрыть. Сейчас у тебя лезвие соскочит и обрежет, порежет тебе пальцы. То есть ты берешь вот так, чтобы у тебя лезвие не попадало на зону пальцев. Понял? Ага. И закрываешь. Он довольно-таки туго закрывается, специально, чтобы он не закрылся. Все. Вот, смотри. Все, видишь? Да. А тут у нас... Что это такое? Как оно достается? А, отсюда. Не понял. Тут что-то есть, только я не могу достать его почему-то. А, наверное, сейчас оно сейчас так. Что-то, друзья, не достается. Ну, отвертка понятна. Отвертка так. А что тут еще есть? А, это все. Плоскогубцы, отвертка. Вот отверточка. Ага. Потом нож мы достали, пилу мы достали и открывачка. А где открывачка? Вот, скорее всего. Или вот это, может. Вот так, наверное, да. Бутылку. Ну, все, вот такой маленький брелочек, карабинчик. В принципе, плоскогубчики вот здесь еще провод перекусить можно, получится. Нравится тебе вообще? Плоскогубчиками что-то сделать можно. Да не, ну как для маленького такого, ну прикольно в сумочке носить. Какие-то... Стоит 800 гривен. Какие-то микрозадачи можно сделать. Удобно, что его можно повесить сюда на джинсы, на карабин. Стой, подожди. И ножичек как бы. Ну довольно-таки... Ну я не знаю, конечно, что же можно сделать. Но выигрывает, ну там, что-то распечатать там. Ну, в принципе, даже порезать какую-то сосиску можно, еще что-то. И очень выигрывает, что он маленький.
Вот. Угу. Мне нравится, что он маленький. В принципе, он жестко, все, без люфтов всяких. Да, нет. Ну, не, ну люфтик, конечно, небольшой есть, но не знаю, насколько он. Все. Вот. Все, порядок. Вопрос с мультитулом закрыт? Да. Ну, все. Ну, что ты скажешь ребятам? Всем пока-пока. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, колокольчики. Всем пока-пока.